В последнюю неделю августа в Узбекистане в нескольких городах прошли аресты популярных блогеров. По данным узбекских властей, ташкентские блогеры Адхам Алимов, Мусанниф Адхам и Зиудулла Кабиров, Зиуддин Архим признаны виновными в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции и оказании им сопротивления. Адхаму Алимову назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток, а Зьеду Ле Кабирову – 10 суток ареста и штраф в размере одной минимальной заработной платы, то есть 184 300 суммов. Кроме того, стало известно об аресте на 15 суток еще двух блогеров – Атабека Усманова из Андижана и Хуршитбека Мухаммад Разикова из Коканда. Судьба еще одного ташкентского блогера Миразиза Ахмедова остается неизвестной. В свою очередь родственники задержанных сообщили журналистам, что правоохранители серьезно предупреждали и запугивали их. По словам родственников блогера Адхама Алимова, 28 августа 8 сотрудников органов внутренних дел забрали его из дома, расположенного по улице Сагбан в Алмазарском районе города Ташкента. Также родственники Алимова сказали, что он вообще не оказал сопротивления при задержании. Кроме того, родной брат Адхама Алимова, Шахрух, журналистам сказал, что несмотря на то, что после задержания Адхама прошло трое суток, им до сих пор ничего не известно о месте его нахождения. Не знаем мы и о причине, по которой его арестовали. У нас у самих тоже нет никаких предположений, сказал он. Напомним, что с приходом к власти в стране Мерзияева и последовавшего за этим некоторого смягчения внутренней политики в отношении ислама, на интернет-площадках появились исламские блогеры. Данные блогеры в надежде на то, что власти намерены на самом деле проводить реформы, начали писать о проблемах в обществе, в частности, относительно посещения школы девочкам в хиджабе, запрет на чтение Азана через громкоговоритель и тому подобное, что в итоге и послужило причиной задержания активистов.